Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. Сейчас пониже немножко. И сегодня мы с вами в спальне. Темновато, конечно, на улице пасмурно. Но свет здесь роли не сыграет. У нас из 5 плафонов почему-то горит один. Саша сказал, что много света нам в спальне не надо. Вот. Сегодня... Наконец-то я дождалась вот такую посылочку из Германии. Нелечка, привет! Эту посылку мне отправляла Нелли с канала Нелли Бавария. Кто не подписан еще на этот канал, подписывайтесь. У Нелли очень дружная семья. Внучок Саши, который... всегда помогает ей в съемках. Она очень вкусно готовит, рассказывает о жизни в Германии, рассказывает о своей работе, о своей семье. И у Нелли очень замечательное хобби. Я такого вообще никогда не видела. Она делает поделки, разнообразные цветы, поделки из бисера. Это просто нечто. В общем, кому интересно, подписывайтесь на канал. Он так и называется. Нелли Бавария. Нелечка, спасибо большое. Долго, конечно, шла посылка, 2 месяца. И вот она до меня дошла. Я, конечно, посмотрела, что там. И сейчас вот показываю всем. Так приятно. Столько километров. Сейчас попыталась... посмотреть расстояние от Нижнего Новгорода до Германии. Не знаю, что-то у меня это Google глючит. В общем, так и не нашла. Ну, не маленькое расстояние, однозначно. По-моему, или 4... Нет, не 4 точно. Или 4, или 6 тысяч километров. Врать не буду. Я как-то уже смотрела, когда тоже от Викуськи ждала, от Виктории Хрупкой, канал тоже такой есть, ждала посылочку с чайничком. И вот тогда я тоже набирала расстояние. Тоже 2 месяца, кстати, от нее шла посылка, так что это нормально. Вот такой блокнотик. В детстве, у меня, помню, были такие открытки с переливашками. Поправлю немножко вас. Вот такой блокнотик, киска переливающийся. Не дам никому, буду как память хранить. Симпатичный. И вот такой вот. Так, сейчас мы его достанем, чтобы он не отсвечивал. Магнитик. Вот такой магнитик. Так приятно. Так приятно здесь, на российской земле, получить письмецо из Германии. И знать, что где-то в другой стране у тебя есть друзья, которые тебя ценят, которые шлют там вот такие вот приятные сюрпризы. Это очень и очень приятно. Получать всегда какие-то презентики. Нелечка, спасибо тебе огромное от всей души. Тоже радовалась как ребенок, когда получила твою посылочку. Мне так приятно. Давно что-то не заходила. Я тут вообще сейчас с этими садами, огородами, к девчонкам не заходила. Но сейчас вот, да и опять, когда заходить? Думаю, сейчас все рассортируются немножко. На сегодня день дождливый, пасмурный, в огород не пойдешь. Вроде как бы на кухне все у меня сделано. Думаю, сегодня прям посижу так конкретно, к девчонкам в гости зайду. Ну, сейчас Катюшка звонит. Мам, мы сейчас приедем. Павла оставим, куда-то надо по делам. Ну вот, считай, бабушка зашла в гости. Ну да, вот, мои дорогие, домохозяйка, это вообще неблагодарный, конечно, труд. Нет ни праздников, нет ни выходных. Одни будни, одни обязанности. Сегодня психанула уже утром, говорю, все, с понедельника буду искать работу. И буду приходить, ноги протяну, и пофиг мне, что там у вас не приготовлено, где чего не убрано. На что мне Саша сказал? Да, милочка моя, нет уж.
Вот твоя работа. Хаус-менеджер. Так что, мои дорогие, ваш хаус-менеджер, которого зовут Алла, вас любит, ценит и уважает. И ждет вас на своем канале. Нелечка, от тебя крепко-крепко обнимаю. И спасибо тебе за твою доброту и за твою дружбу. Пока-пока, мои дорогие.